На канале BestSEO. Сегодня мы рассматриваем очень интересный проект из сферы образования. Называется он APET. APET — это чат-бот с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь учащимся среднего и старшего звена с проверкой и получением новых знаний, охватывая на данный момент всю учебную программу GCSE и E. Это британские образовательные стандарты. APET является эффективным, доступным и удобным частным цифровым репетитором. APET ведет сложные разговоры на различные темы, помогая расширить кругозор школьников благодаря непрерывному взаимодействию. APET будет безопасно сохранять на блокчейн всю информацию, относящуюся к образовательному процессу и полезную для поступления в ВУЗ. Ну, например, интересных пользователей, их предпочтения, академический прогресс, данные внеклассных мероприятий, сертификаты и даже профиль личности, собранных с помощью уникального инструмента профилирования личности Кембриджского университета. APET привносит технологию рекомендаций, используемую сейчас в YouTube, Яндекс, Netflix и Spotify по образовательное пространство. Их мощный и адаптивный механизм рекомендаций будет рекомендовать релевантные образовательные ресурсы, наиболее вероятные персонализированные пути карьерного роста для наших пользователей, способами, которые вы даже не представляете. Это совершенно новый проект, да, таких проектов в принципе нету, он единственный в своем роде, уникальный и решает такую проблему, как когда школы и учителя находятся под постоянным давлением. И чтобы улучшить успеваемость школьников, все из которых обладают существенно разной степенью компетенции в отдельных темах и по всем направлениям. По мере того, как учащиеся переходят в старшие классы, школам становится все труднее удовлетворять индивидуальные потребности учащихся, учитывая лишь академические команда проекта, вот как мы видим на сайте, если изучить каждого члена проекта, то можно понять, что команда очень сильная, каждый в своей сфере профессионал, каждый имеет огромный опыт за плечами и, соответственно, подобрано таким образом, что проект будет развиваться очень интенсивно, проект будет постоянно совершенствоваться и, конечно же, всему этому помощник блокчейн. Проблема вот учителей и школьников, да, усугубляется еще к тому же педагогическими методами, применяемыми в большинстве классных комнат, большинство из которых существенно ограничивает возможности адаптации уроков и учебных материалов к индивидуальным потребностям учащимся. Проект APET будет пытаться изменить такое положение дел с помощью его платформы прогрессивного образования, которая будет сочетать в себе искусственный интеллект и машинное обучение вкупе с, конечно же, блокчейн-технологиями. Все это будет функционировать должным образом. Как мы видим на сайте, через 77 дней стартует продажа токенов. Это в августе. Соответственно, рекомендую изучить проект, изучить белую книгу. Она доступна на нескольких языках: английский, китайский, русский. И, соответственно, если остаются какие-то вопросы, связывайтесь с командой проекта любым удобным способом. Это соцсети, Telegram, e-mail, соответственно, вот мы видим внизу, да, и задаем вопросы, на которые получаем конструктивные ответы.
Желаю вам в этом удачи.